Ужасная трагедия. Уже третий день не нахожу себе места. У меня также трое детей. У меня три девочки, старшие 12 лет, младше 4 года. Прям ровесницы девчонок, которые задыхались в этом кинотеатре. Какая-то бабушка-консьержка, которая закрыла, какая-то сигнализация. Но, в принципе, все это понятно, потому что я сталкивался с этой тематикой. В 2008 году у нас была компания, я был учредителем этой компании, был просто инвестором, но мне удалось увидеть, что происходит, когда компания занимается пожарными сигнализациями, кто такие инспектора, которые приходят проверять, какие взятки они берут, кто курирует весь этот бизнес. Ну, в принципе, когда это случилось, стало ясно, что тут просто откаты, кто-то получал за это взятки, кто-то закрывал на это глаза. Ну и, в общем, огромная утрата, то, что дети, это, конечно, что-то.